Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Марина Хубсарокова. 20 июня в Блищепсинском доме культуры состоялся вечер памяти в честь юбилейной даты 80-летия заслуженного артиста РСФСР, Кабардино-Балкарии и народного артиста Республики Адыгея Чапая Измайловича Муратова. Макуагум ипсукутум аннбшилласт очип хуштага артистау лапк искусствам лагозаннбш задиштабхарзшигау Мурата Чапай Исмахилагум. Ашфагахагау Чапай кызшигуга учизшаб гу куаджулашабсна сэжбчахазаха хашрагагуча. Цфауза учан хэкуал агар маачаб. Ахад ишхагу сиибунхар исауахарджи Мурата Чапай творчества загалапу зилитау чилядасхар. Сэжбчахазаха харзизшагар адыга лапк театрами режиссёру Хакуй Аслан. Пабублеу мишфахугар зэч эмизалясу лешапсына фагахага уарадарары. Вечер памяти зван Урар. Усем заслуженный артисту, Кабардино Балкарии заслуженный артисту, Адыгея народный артисту. Хабз Адыгея Республика и государственный лауреат государственный период. Драматургу, писателю, зазычаку, переводчику, общественный деятелю, союз писателей Махату, союз театральных деятелей Махату, Расемихам, Чапай Измайлович Муратов, Непы и Мафа Кадалов и Чучбаев. Казухор и Лес Точип Зарахом Фалахов. Чапай, то Урсмадрин Чапай Измайлович был идея, что там он не упрек с вашим домом Чапай. Ну, то потом я чуть не свалил шанс. Да, сбудь, Чапай ежицев, но я дыхал из-за хашич, еж ару пыльшер, Змафа,
На ужин Мурата Чапай драма утхалама шишел шузаба харисфи урам, шиш пичело адгасеп театрами артисткам, хекот ахам кафара салах. Насып джинс хибука хотел. Бог джинс да хамашала. Богу запузы. Потому что хитуй, ха ушапага, уэшава, уипша упагусава. Мар пшагун кабаргус агур уюна кихашт. Тук, 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 машалаш.
Чуть-чуть!
Хабраш махушт, чили десхараш орос оуну, мпчихам заплираха машиш, муратачапа и пьесов, анат амьярхам, техрау уашхамар, яукабзежизфи урар. Драматургам цфараин, шипкагар, зафагар, хашу иш энару кузарик урар, каушахат, кадахурахам, эч и ишаурхам, ягушахам. Чапай вас, адамс, усри хасауштеп, чапай рассет, хазадахурихазад, ушчисанахинахаш, ау тиса би вот за унаух еду уже без каких-то фаф да
расстояние дахтиба от раху. Я типа седе до замка, куда сосяти джаш тохуй. Тяне хэбта пожур заман кинем, трахаху хадити вейны зававоду. А у чепай рогрина рогуабам жо, школы бдаруши джа, школы рухи гитис. Государственный институт театральное искусство звал он на брюшку их о минерации борот отечествен уречасым дау рухи кагожи седа бихлас шану хвам кэх тети роли шам кэх шишра мэра ихас бача цифма хаттин фаэб шо обшаду шитэп шагу и эр шу шагу и эр таланту хэшлар Урсы может быть талантливый, талантлив во всем звал, потому что город дыхает до утра. Циф шабар, циф ажур, циф дау дедада и даур за интервью, кау шахатену что бэгте пухану жит. Ми город до утра, когда чепснама не перезнесем, Лечебственными ягими, поми ход берем, поми город отрати, джарбей казари, уэрэм фадоку отцев, ягаши за хэсхэб, арзы, шинкуба, последний из ушедших зава уэрэм, шитхра за урганы, сапх кодду, убыхар кодды захум, канаам, отажра фаду, от последний, а ужибка, муэрэд фаду даху, кау, гум даху. Не перезнес лечебственный мараши обширеп. Етаны, как оран фай, чепай, рогушкорт фазе уйхо, айризач, но кас одус из фара, че мин реши бурат, очи шлепшику, бзлепшику, и лепшику, бурай, и шерц хамади. Каразли буйчи, но адра каразли, мог бы, ну, афада, мальши ап, ау чепай, и эсай, нираси, каразли, бледет, демаши ах. Адыга хершипсава, Иордания, Турция, Сирия, Америка. Адыга макхар, дыхады дух, ура-ура дыхар. Спектакль мхет, пачуа харгаши гасагу. Чапай, мы дунаем те тадыгам, титхамата харабас отаранчи, худ чапай аз отара. Не перезнасра, бхак бажуа хаб чапай зихасхан яаб, я отараб. Чапай зип оча, бихак ауз гора, чаубчан зухча отара, чапай шваша отара. Мы с Араб зачем иначе уран фаер, чапай мы чилер дедесаута, я не чедаю, цифром чедаю, не бжал хазел деда, мы гусвар да гучатов, дунам сакат сажра гасу бисас то чистеп шкутфер, дунам зелтета, тахо дунам тета, цифешква, циф дау, артист, актер, драматург. Мы кайп отлад, мы кайп отлад, ребедет. Зисагап, я говорю, офтхаб зовеш зарихам, не сраку житме, а сагап, чапай не сра, если не гуя. А еще не дешка. Марах, зарк, он дешка, Аркап опять нахуй, запарычи, аздегуэ, анат, аздегуэ, министры, битхамата, игуадзе, офисах, драмтеатр, адыга драмтеатр, и пашу, офисах. Сидфеде сэгапе, дегуэ, ячи, чапай, за сахати, за минути, за бляхуп, оду гуцафеп, ну, сэсизахуп, шиачи, сэдегуэ, псэф, айгау, шхатину. Цэф хабзах, цэф дэхах, цэф шубках, шубкарашку, гуэсэг, Цифрим гуэлтым зэчэмэ саапэй згэлтэ шыбкагарады. Шыбкагар зэчэмэ аш. Шыбкагашко гуэлтэг, цифрагашко, лгажгашко, цифрбхэлтэг. Арыс, а офэм тазарэпсэ. Чапай я поэжи ишхадь асымтлэгу. Нэм югумэчэс фи ура. Да, тихэгой эм, гусэгой эм. И монолог. Доктор Едич Батрай, те запкула вахымче, гуре псарече хакум хапте хаймче тин бжоу, а по хакум кой хара арага.
جه نفیسات جانه جه منالوگم قیجو منابول گرقی اجازه تریت خیزه قط فیغا هاشتو جه شیعان جاو که سبخب جاو پوچی شرب شره ایتلی سخرا رغا اپوار زلاغور ایت آنه تا انکارا دسخم جه جه خاکوم قابل خرم جه ادیگر خاکور دراغ بگناغر ایتلی شرط اوچات فرزاخوم زرد دنیایو ادیگر زرسخم یادره ابسوری یاد لکو خر خیلی وادی زخ زخ تمافه کulture تمافی داره وچ وشتو هشی ادیم چه خیلی قوامه هشی چه پی مورد آخر قلت آقا یوردانی جرمنی آمریکی جز غرز او ادیر زشیب سر خر کم سونی قارچی قوامه او آخر ماشی شد چه پایر سن چه خر فیزی شو خو جن فای جیش اجب تام شم اجب تام تام حمد قارت تیغش آخر و بخی جو ادی ابزه و بخبسه زیش اجازه آخوش ام جهیدیت شن اتو حیزه تاکوی غاب الثقاف دو جا کوپ ما بسومی آخد شیزی شش نقم سحات بشکل کن جا کل سحاتی غوگر جشن تکویزه لیم تجی مداجع و جا فدو ایت اهنا تناسب قحو جپایم جا کو اچب قرم بسومی زبرق زحجو مخو اش تا قید تجی تناسب قحی غش اونو جا ادیم که کوز راغبون زرا زدرا خاغو شحب جاقو قشاو خماو قتو خماو مشتم ادي قواج ورمي مشتي نات فاول اوت دي توجار قوا مشت زبل اخو زخم يا غج زخم جا قطر اخيز غام الحاج قتو خما جا قيت تجي جا زيكو قصر كترة حمافم ارقي ضاحجو يد انا جاوبو الجمره نمتقو اي تجري فرنسا مزوج اخو جاش زوسو سورة زتراخو اي سورة ترب قيت تجيزي قيت احجو جاف دا قابزو ار ش انغلج سر اوشد انم تقو اي تج فرنسا برا ايسو اش ادغم احلاب سيكو ايزي تخلو يدخو اپر تخلتر تخلو غدجا ياد اونر اپر تخو اري چپايم خاكم قنياغ سجو جاف دا قو سد اوچ ابتراب شكوت ورم سخاب واجو دلیل خاص زخاتشو نتخذ کنم. اگر نوشی قصه خزش پمی برات زود وش تو کجا سب و فهم خاطر زود سب و فهم خش از زود چه پایه و مش انتش تو چه پایه تو چه زبدش تو تزرعت لو زبدش تو چه حذف ها خمی عفدا آرش و عفدو مفده جی زخ حاکم تو کو سخ حوش تو پای هچ زرچ پایم پایه زخ سخم سخم کن سخوس فی دارب جا نمیوکمچ از فی اورم نمیوکمچ از فی اورم یعنی شوخ لغفری اری قاج شوخ لغفری اری جا بسنه چه چری بسنه چه چمی بسنه زرخ تاری نخم زرعش بوری نخم مگ قاجی بسوری خلیش برقت فکسوش تام برقت فیروس چیلو چپای قز شخوغم دست افخم و سشخور اشتنغا شخور فاسه کلتورا میونف خخغو مرات چپای فغحغا موزیه قش زواخا ارتیستم غوغغس اغانو قوغم مش نبجیج اخم نا اعساش فاسه غوری قوی لسی شرشن قرز را خورم پایا قاجر لشبسنا مکومنتر مرات چپای از اجرا قز اتخوا مرات چپای غوغغس اغان قوغ ارت چیلم زلاش او نحکودی سبی مقاگر او کلتور مقا خنگاش خوشی سقو اجب قرار خمی تبزای دخاغ تی آدگا قاش خمی دخاغ خرا آ از ابتشاغ جو زج عبش خم تی لب قر داخو زرش تغمره نیب بز قوخ منظری خج غمره خ خنگا داخو خزری ام تی تو زر بسوت آخر چه خز لادغش آن پای موزیر قز اتخر چه پای سج دراماتیکی کروشک زخد شاغ آخرای این خسابی ماش زما فر فابغه تقیچ شو تی سبی و مکروشو کم دراماتیسک مراد تصج زهرم خطخر благодарственное письмо хр министерство сельского хозяйства на туризм ра قراتخ اپغز شز غژنو خوغر قتو غوینو این متریال خر می قوا پیش ها وسج اتگو اش قچی تغر ب رادیوم اوف سرشیش آغری گیتیسم شجنو زرا خوغری یی البوم گوقچ جوی اخرت گوغم شغژاغو
чепайц офаш но зарахугари, чаш вдо, тхилот хахар пьесот хахар, батер намигумач и фзабахари, джине памара и жагосу фатима и пшашит у его сукаги, и уже рад хилу, сиш анахси дунайз фюрер, тхилсит от фихалда шабснача, школами, библиотеками, советами, сабицуками, цифрагодесми, аджадрахантлечно дум культурами, аршитхарапсуяса, шажмафа мне парикуль арахар цифрбух, цифрагах, мирапачаричарах, кадичарахари, ишавохари, хаблихар, ино арахар, артисту, чичурафаду, апарахарбуху театрам, се Ибрахимец аджазахарам, тихарахам, тафараз, непа спектакль «Харасаго», «Анатоми гархар захоч ижгу», «Нахьеж зфаягам титу», «Арагзарагасагурар», «Аж нам чо частично запаха зафюрар». Такая гушепси режиссеру Хакуи Аслан Расарра, Зарит хахар не пердаху сельте, я шепснейц фрашару, и сабиху апесенем тихарару, ансамблю абреки хатху, как у арахар, тиля шепснейц арахар не пердаху. Летние пришкольные оздоровительные лагеря продолжают активно функционировать на территории Кашхабского района. Ребята совмещают приятное с полезным. Наряду с играми и развлечениями они занимаются и физкультурой. Чулецкур зажила рапсафор вахтер ражар, рамфамази шимахам за рапсафен чефенхач и джагунха амалиш хохарья. Магуагуми псум кошхабля районы ми джапахам лагерь харкашта уахам. Не позагухат штерблешепсна и джапам лагерим чулецкур зарша рапсафра ара. Лагерим сша вожату сакагал на нахасага. Сигуре хайди дум джас ану на нахам стану сафат сага джаку. Вообще в будущем я сферам сахатну сахаеши, это возможность для меня сахатну на нахам сепшину. Лагерем зачари сигуре, нах сигуре хай дискотека хашу, зачами лага джаг, зачари дахам джаг. Лагерь гашахон маху кас сгорешаха дагаш, дагаф адгаджаг, играхам дагаджаг, дагашха дагу, и абсхача сгок, азачри дагатыда. Еджапам и ашхатиетов макодли мариет зарширга гузарамча, набрат уч и шрабшра, джира вахта биш сабиоз шарабсафам. Иш сабит сгор, тляшауч агушхау какух. Часть у нас это начальные классы, потому что у нас в начальных классах уже 144 ребенка. Им очень нравится в лагере. У нас первый день вообще 100 человек пришло. Вот пришлось нам 30 человек домой. Большая часть у нас дети это с малоимущих семей, с ОВЗшников. Это дети, которые родители которых, дети, у которых родители не работают, которые слабенькие, больные. Вот эти дети у нас первое место занимают, первых, кого мы принимаем, это этих детей. Потом уже остальных. В общей сложности 70 детей. Каждый день у нас распланирован. И по плану у нас каждый день они занимаются, они играют. Вчера у нас был шикарнейший поход, они делали. Утром мы их покормили, потом они взяли водички, кепочки, взяли эти, ну, чтобы там перекусить, полдник типа как сделали. Значит, дали им колбаски, огурчиков, помидорчиков, и они пошли на родник. Таня полноценная, они кушают два раза в день, утром у них это каша, это колбаса, это хлеб с сыром, с маслом, чай. А дается или же овощ какой-нибудь, или же яблоко, или бананы, или конфеты. Ну, что-нибудь с утра. Дальше. Обед у них полноценный. Первое, второе, третье. Помимо этого салат, помимо этого у них фрукты и овощи. Шиляжирачали раджихами сабихам дыру аделяжих. Мафа пеп, чияш анлахазра хора, убляп, а я занакохор, джигуч азафашхавхар, ахам алагашах. В вашем доме надолго поселился праздник, а друзья и знакомые по достоинству оценили ваши таланты, все, что нужно
это устроить домашний кукольный театр. Постановка домашнего спектакля – всегда незабываемое событие для актеров и для зрителей. А для Маши, к тому же, важный шаг к пути к творческому самовыражению. В отличие от театра, живыми актерами кукольный театр не занимает много места, не требует громоздких декораций и дает неограниченные возможности выбора ролей. Если в обычном театре распределение ролей во многом зависит от внешних данных актера, то в кукольном театре вы можете сыграть кого угодно, не ограничивая себя рамками одного амплуа. Джири Мафипс Розарапсефно, Лагин Мрекуат Рама Амалия, Ешхари Ашиша Шаучагушвах. Новости МВД Республики Адыгея завершают наш выпуск. В эти дни юдовцы Адыгеи вернулись из Казани, где представляли республику на федеральном уровне в конкурсе «Безопасное колесо». Своими достижениями они поделились с одним из первых пропагандистов безопасности дорожного движения – ветераном органов внутренних дел Асланом Цеем. Подробности в материале Вадима Гаркова. Аслана Алиевича, который 26 лет проработал в ГАИ Майкопа, знают несколько поколений. О нем, принципиальном и добросовестном инспекторе дорожной службы, о его знаменитом мотоцикле «Урал», на котором он не раз догонял нарушителей, и по сей день среди сотрудников ГИБДД Адыгеи ходят легенды. Госавтоинспекторы навещают своего легендарного наставника, но на этот раз они приехали не одни. Поделиться радостью и секретом победы в конкурсе «Безопасное колесо» к ветерану пришли юидовцы. Из 85 регионов третье место заняли. Вот команда, ну, на сегодняшний день... Один мальчик уже уехал у нас отдыхать. Вот они приехали. Они тоже знают, что скоро праздник, день ГИБДД на носу. Поэтому сегодня пришли все вместе, чтобы вас этим праздником наступающим поздравить. Аслан Цей призвал ребят быть примером для своих сверстников в соблюдении дорожных правил. Он рассказал, как в Адыгее зарождалась пропагандистская работа и отметил тех, кто стоял у истоков этого важного направления в деятельности госавтоинспекции. За годы службы многое менялось, увеличивалось количество транспорта на дорогах, расширялся и сам Майкоп. Несмотря ни на что, сотрудники ГАИ продолжали добросовестно обеспечивать дорожную безопасность и учить горожан соблюдать правила. В этом году, 1 июня, Аслан Алиевич отметил 90-летний юбилей. Несмотря на возраст, он продолжает принимать участие в различных мероприятиях, инициатором которых является Республиканская госавтоинспекция. Ветеран уверен, что именно накопленный за годы службы опыт, преемственность традиций и добросовестность позволяет инспекторам ГИБДД успешно справляться с поставленными задачами. Ребята из сильнейшего в республике отряда ЮИД не стеснялись в общении с ветераном. Они с большой радостью поделились эмоциями от участия в федеральных соревнованиях и с нашей съемочной группой. По этапам мне больше всего понравилось УБЖ, но это и не из-за того, что мы заняли третье место, потому что это было мне более интересным. Нам очень помогают инспекторы, которые постоянно проводят занятия, пропаганду о том, что как вести себя на дорогах, как правильно велосипедисту вести себя на дороге. В завершении встречи гости пожелали Аслану Цею крепкого здоровья. Полицейские и ребята уверены, что многолетний опыт и знания ветеранов органов внутренних дел являются неотъемлемой частью эффективной работы в сфере пропаганды безопасности дорожного движения. Вадим Агарков и Беслан Хуаджоков, Вести, дежурная часть. В спортзале Майкопского госуниверситета состоялся чемпионат по настольному теннису. Он проводился среди команд правоохранительных органов, которые являются членами Адыгейского республиканского общества «Динамо». С приветственным словом к участникам обратился начальник управления по работе с личным составом, полковник внутренней службы Александр Ермилов. Он отметил значимость регулярных занятий спортом для сотрудников правоохранительных структур и поблагодарил их за участие в различных спартакиадах. Прибыло 13 коллективов физической культуры, которые разыграют и командные кубки, и индивидуальный зачет. В ходе интересной упорнейшей борьбы победу в соревнованиях одержала команда аппарата МВД по Республике Адыгея. Второе место занял коллектив отдела МВД России по Майкопскому району. Представители вневедомственной охраны Росгвардии завоевали бронзу.
В личном зачете лучший результат показал сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД Игорь Бутенко. Победители соревнований награждены кубками, медалями и почетными грамотами. Полиция Кашехабльского района завершила следствие по делу о незаконном культивировании конопли. Крупную партию этих растений оперативники обнаружили на территории дома 41-летнего местного жителя. Информацию о причастности мужчины к преступной деятельности в этой сфере оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили в ходе проведения проверки. В тот день визита полицейских хозяин дома, скорее всего, не ожидал. В одной из хозяйственных построек сотрудники ВНК муниципального отдела МВД России Кашехабльске обнаружили плантацию наркосодержащих растений конопли с признаками культивирования. Об этом свидетельствовало то, что все они были рассажены в контейнере, а в самом помещении владелец поддерживал необходимый для роста микроклимат. Всего полицейские изъяли около 100 кустов конопли. Результаты экспертизы и другие собранные материалы послужили основанием для принятия процессуального решения по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса России, то есть незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Кашехабльский районный суд. Санкция данной статьи предусмотрена до 2 лет лишения свободы. В МВД по Республике Адыгея ведется работа, целью которой является популяризация получения оказываемых ведомством госуслуг в электронном виде. Квалифицированные сотрудники соответствующих подразделений консультируют граждан в местах ожидания, а также проводят другую разъяснительную работу. Чтобы не допустить образования очередей при предоставлении госуслуг в сфере миграции в период отпусков с мая по август, Управление по вопросам миграции рекомендует гражданам обращаться за получением загранпаспортов заблаговременно. Существует несколько возможностей обращения для получения заграничного паспорта. Непосредственно это в Управление по вопросам миграции, многофункциональный центр на территории Республики Адыгея. И самый удобный способ подачи заявления на сегодняшний день – это в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг, то есть в народе называемых госуслуги. Преимуществами подачи заявления в электронном виде являются получение государственной услуги в одно посещение без очередей в удобное для заявителя время, оплата государственной пошлины за получение государственных услуг в электронном виде через портал снижена на 30%, отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе. И последнее. Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети интернет. 17 июня сотрудники МВД по Республике Адыгея и регионального управления службы судебных приставов проводят оперативно-профилактическую операцию «Должник». Ее целью является выявление и привлечение к ответственности граждан, не уплативших в установленные законом сроки наложенных штрафов за совершение различных правонарушений. По решению руководства МВД в рейдовых мероприятиях примут участие участковые уполномоченные полиции, инспекторы по исполнению административного законодательства, сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. Полиция призывает жителей республики в добровольном порядке погасить все имеющиеся задолженности. МВД также сообщает, что сведения о штрафах по линии ГИБДД можно получить на официальном сайте госавтоинспекции, предварительно зарегистрировавшись на портале госуслуги.ру. И вот что еще важно знать. В сумму штрафа входят не только различные виды административных наказаний в виде штрафа, но и неуплаченный в срок транспортный налог, а также задолженность по алиментам. Операция продлится до 26 июня этого года. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. На этом эфир завершен. Я с вами прощаюсь. Желаю вам удачных выходных. До свидания. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить? Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему.